Алло, наше ваше, мое почтение, господа товарищи комрады. Вот смотрите, получил тут кучу посылок. Некоторые посылки мне известны. Это мне прислали из России. Да, это из России. От Сергея. Тут, походу, спидометр-тахометр. Да, это вот я ждал, все есть. Это местные посылки, я даже не знаю, чьи. Так, договорился по телефону, ну потом буду вскрывать, смотреть, там должны быть координаты. Это России, спидометр тоже. И вот тут еще одна такая немаленькая коробочка. Это у меня из Германии от Александра. Вот буду сейчас ее потрошить, потому что меня давит жаба. Мы с Александром созвонились. Александр говорит, тут для меня сюрприз. Все, жаба давит, буду открывать, смотреть. Что там такое? Так, у меня времени нет заниматься такими мелочевками. Скажем, публично вскрывать. Я этим даже не занимаюсь. Не занимался никогда. Но вот буду делать впервые. Ну, Александр меня еще попросил. Тоже говорит, ну, открой, сними на видео. Да не вопрос, попробуй, если получится. Жаба давит, что там такое? Какой-то там сюрприз для меня. Вот, да, Шиндлер Александр, да, есть в Германии. Коробочка не маленькая. Ну, я предположительно помню, что здесь должно быть. Тут должно быть спидометр, тахометр. Масляная крышка 34. Так как он говорил, да, вот масляную крышку я вижу. А, зажигание тоже. А, это, походу, на полировку надо. Да, правильно, он мне прислал на полировку. Да. Зажигание, крышка, понятно. Так. Что у нас тут дальше? Какая-то коробочка. Еще неизвестно, что тут. Но мы ее еще сейчас распотрошим. Да, тут как бы две посылки в одной посылке. Да. Две в одной. Так, я снимаю очень такой, скажем, жидкой мыльницей. Даже не телефоном. Жидкая такая камера, так что качество, могу предположить, будет не такое. Ну, посмотрим, что мы тут имеем. Так, а, панель спидометра, да, это то, что мы договаривались. Это полностью панель со спидометрами, да. Тут надо сделать полную профилактику.
установить подсветку. Понятно. Так, тахометр чехословацкий, спидометр какой-то китайский, польский. Мне даже трудно сказать, чей он. Но это не яловский. Это не яловский. Это действительно не яловский. Даже не яловский. Но буду разбирать, буду смотреть. Но вот это вот родной чехословацкий, сразу видно. Родной чехословацкий. Тут подушечки надо будет доработать. О, да, их тут вообще нету. А тут так, с этой стороны, ну, очень печально. Стакан этот такой непонятный даже от чего. Даже не понимаю, что это такое. А, ну, походу, здесь надо сделать вот полный ремонт всей панели. Угу. Понятно. Ну, тут как-то все печально, действительно все печально. Тут какая-то штуковина приклеена, молдинг какой-то непонятный. Да, тут кто-то что-то делал. Ну, вообще так, скажем, жестко. Все очень жестко. Да, тут непонятно наполовину. Ну, чего, все сделаем, все доведем до ума. Я вот такие спидометры по интернету видел, но вживую в руках не держал. Ну, могу предположить, там, Тайвань, Польша, Китай, ну что-нибудь, что-нибудь любое, но не Чехия. Но не Чехия. Даже сложно сказать. Это вот чехословацкий, сразу видно. Это старый чехословацкий механический тахометр. Понятно, с этим разобрались. Будем доводить до ума. Но меня-то все равно жаба давит. Так, это крышка от замка зажигания. И это, походу, сам... Рулевые крепления, а зачем они мне нужны? Ну да, а нет, они зачем, эти рулевые крепления? Пропочка для маслослива, очень цивильная, с магнитом. Солидная пропочка, очень солидная. Как раз то, что вот даже требуется. С магнитиком, да. Рулевые сковы. Зачем прислал? Будем разбираться. Так, здесь все понятно. Здесь все понятно. Будем работать. Будем работать. Очень понятно. Но что-то Александр мне как-то говорил про масляную крышку, которая ему не годится. А, да, вот она есть. Это масляная крышка, она без тахометра. Да, тахометра нету. Да, тахометра нету. Угу, нет тахометра. Ну, эту крышку мне надо будет найти взамен что-то. Буду искать, что крышку нужно с тахометром и отполировать, я так понял. Так, смотрим дальше, что у нас тут есть. Тут у нас его упаковка. О, немецкая пресса какая-то. Так. И вот, походу, то, что, походу, для меня, Александр говорил, что там для меня есть подарок. Ну, будем посмотреть. Что-то очень тяжелое. Пока что еще не могу понять, что. Факса. Royal Export. Ну, могу предположить, что это пиво. Даже не знаю, что такое. Ну, судя по банке, по такой красивой банке с амазонками. С амазонками, с воинами, какими-то там, скажем, древнегреческими. Может быть, галы или еще что-нибудь такое. Ну, а, бир. А, это пиво. Это пиво, да. Это пиво, понятно. Будем испытывать. Да, пивом, бокал видно, да, все правильно, пиво. Royal Export, я такого даже не видел. Ну как? Понятно, Александр, благодарствуем. Мы это дело отметим. Даже сегодня вечером. Так, смотрим дальше, что у нас тут. Дальше у нас тут ничего.
Значит, коробочку я эту оставлю, чтобы можно было Александру уже потом все отремонтированные детали отправить обратно. Так, с Александром посылкой мы разобрались. Теперь нужно открыть еще российскую посылку. С России. Вот эту посылочку тоже. Мне вчера уже пришло извещение, что оно будет уже в Латвии, надо идти на почту. Ну вот сегодня пошел уже, получил. Так, с какого же города? Я просто уже не помню. Да, не помню, с какого города. Сергей. Москва, Кантемировский. Понятно. Не помню, с какого города. Так, сейчас мы его приходим. Надо еще с такой стороны открывать. Так, это походу не это. Найти бы еще с какой стороны открывать все это. Мы не ищем легких путей. Сейчас откроем, все найдем. Попал в правильную сторону. Так, да, это спидометр, как я и ждал, надо его довести до идеального ума. Вот это вот чехословацкий спидометр, все правильно, чехословацкий, именно чехословацкий. Вот, кстати, даже можно сделать обзор, как это выглядит, скажем, аналоговым спидометром. Так, вообще выглядит день и ночь. Ну вот обратите внимание, да, просто день и ночь, как они выглядят. Чехословацкий спидометр, он даже по дизайну красивей. Ну вот циферблат немножко не совпадает, да, что-то там не так, очень даже не так. Понятно. Так, ну 30 на 1920 километров. Здесь нам будет довести все до ума, установить металлические шестерни. Полная профилактика, сбросить по нулям. Ободок очень хороший. Спидометр ни разу не разбирался. Это уже радует. Это уже очень радует. Вот. Подсветку установлю. Полную профилактику стакану надо сделать, хотя стакан неплохо так смотрится, но я стакан все равно пескострую, грунтую, крашу, как бы все в производстве. Стрелку тоже крашу, потому что, ну, здесь как бы стрелка целая, но если я начну снимать, на ней сразу полезет краска, а стрелку снимать не придется. И вот поэтому стрелку тоже отдельно надо чистить, грунтовать, красить. Циферблат хороший, стекло хорошее, ободок очень хороший. Так что получится неплохой спидометр. Но вот здесь вот у Александра ободки черные и разные. Это черный гладкий, а это черный, скажем, такой как грубый. Есть такие на люксовках ободки черные, грубые, они даже как бы не крашеные, а как бы обтянуты какой-то пластмассой. Я вот обращал внимание. Ну вот, я здесь буду 54-е ободки ставить, 54-е. Сейчас я покажу, как они выглядят. 54-е ободки выглядят вот так вот. Если сравнить с 38-м. Ну, 54-й выглядит вот так. Но он подходит один в один по диаметру. Его можно... Все подходит и выглядит примерно спидометр вот так вот. Скажем, неплохо смотрится. Но когда два разных будут стоять, будет очень выделяться. Так что нужно ставить два одинаковых. Обязательно два одинаковых. Этот...
останется родной. Тут очень хороший ободок. Вот Александру буду оба устанавливать вот эти. Оба вот эти буду устанавливать. Панелька тоже вся зацарапанная. Может быть даже новую установить, либо это покрасить и установить. Посмотрю, буду думать. Ну, буду обсуждать с Александром, что да как. Так, ладно, с этой панелькой еще есть. Так. Ну вот. Посылочки получил. Это с России. Так, с Германии. Ну, в принципе, тут все понятно. Расклад понятен. Будем уже созваниваться, списываться. Так, эти я тоже ради интереса открою. Мне надо будет даже не так, где чего. Потому что мне ребята звонят столько много, что я просто не знаю, кто звонит. Я все это набираю, складываю в стороночку. И когда уже сажусь чисто за спидометры, за ремонт спидометров, потом уже жду, когда мне уже сами позвонят и спросят. Я иногда просто не помню, кому что принадлежит. Вот они у меня особо стоят и ждут звонка от заказчика. Так, здесь у нас старушачий спидометр. О, да, этому капот, стекло, хана. По нулям сброшенный, главное, что да, по нулям все сброшено. Ну, стекло кирдык. Ну, все остальное, стакан тоже есть такой. Но я стаканы переделаю на ледовские лампочки сразу же. Вот еще переделаю на ледовские лампочки. Стакан тоже идет на пескоструй, на грунт. В общем, на полный ремонт, на перекраску. Да, этот будет чем заняться. Такой подуставший, но по нулям сброшенный. Значит, человек понимает, о чем идет речь и что надо делать. Про нули как-то косо слишком скинуто. Как-то косо скинуто, непонятно. Ну, буду смотреть. Так, здесь понятно. Это старушатый. Но почему-то нет никакой информации. Так, это у нас пришло из Риги. Да, телефон есть. Так, разберемся. Да, телефон есть. Пришло из Риги. И так, тогда все нормально. Координаты есть. Еще одна посылочка. И она пришла откуда-то. Сейчас будем смотреть. Пришла посылка из Огры. Тоже телефон есть. Замечательно. Значит, не так все плохо. Значит, я знаю, кому звонить. Так, здесь понятно. Сейчас еще эту посылочку посмотрим. Очень неудобно все это делать одной рукой. Надо быть факиром, чтобы все это снимать, разбирать, цитировать. Так, упаковочная всякая лабуда. Понятно, чтобы ничего не гремело, не прыгало. Очень тщательно все завернуто, очень тщательно. Это говорит о том, что владелец очень бережный человек, очень бережно относится к вещам, очень сохранительно и бережно. Это только радует, это хорошо. Так, все так упаковано, как солидно. Фланелевые тряпочки. Типа детских пеленок что-то, ну так, цивильно. Это радует. Человек, значит, знает, что он делает. Это показывает его аккуратность и состоятельность. Так, понятно. Вот еще один чехословацкий спидометр. Так, ободок хороший. То, что проблема вот именно с этими 38-ми, 34-ми ободками. Их как бы сложно достать. Ну, в интернет-магазине я видел, где-то проскакивает. Ну, этот мы поставим обратно. Здесь делаем полную профилактику. Все зачистим, отрегулируем, по нулям поставим. Подсветку добавим. Здесь понятно все. Так, значит, здесь я могу предположить, что это будет, скорее всего, тахометр. А, нет, старушачий. Старушачий для того, чтобы были бы детали. Да, понятно. Здесь нарушающий спидометр для
для того, чтобы были запасные детали. Это говорится о железных шестеренках, потому что, как правило, на этих шестеренках пластмассовые шестерни. Вот. Здесь есть второй спидометр шурушачий, он присланный для того, чтобы он ушел на детали. Отсюда будут браться, как правило, же железные шестеренки. Как правило, железные шестеренки. И устанавливаться вот в этот спидометр. Да, потому что если кому-то проще достать спидометр, это хорошо. А кому-то спидометр достать не может. У меня есть металлические шестеренки, но металлические шестеренки ставят как чугунный мост. Шутка. Вот, ясно. Ну вот, пожалуйста. Тут вот еще два спидометра. И еще мне привезли вчера, буквально передали в руки. Вот такой вот. Такую красивую коробочку. Где-то приятель скандовый Каспар приехал и тоже привез. Вот, значит, спидометр тоже чехословацкий и тахометр. В общем, насыпанные тахометрами здесь, спидометрами так по самое не хочу. А два спидометра, значит, их оба надо поднять, желательно оба. Ну, в принципе, у меня детали все на них есть. Главное, чтобы сохранить вот эти вот ободки. Сохранить ободки. Не разбирал ни разу. Это радует. А вот цинковый стакан я вижу впервые. Никогда не видел цинковый стакан. Это для меня даже что-то новое. Но я все равно его буду грунтовать. Пескоструить я его не буду. Думаю, смысла нет пескоструить. Буду просто грунтовать и красить. Там что-то так лязгает внутри. Вот здесь получше. Ну вот. То, что из последних посылочек. Ну что, будем работать. А что делать? Нет варианта, будем работать. Так что работаем. Работаем дальше. Это Георгий, Ретро Ява. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность перенести может только обстоятельства. Вместе с вами, Георгий. Ретро Ява. Пишите, звоните, я на связи.